Выйди с аккаунта, блядь! Выйди с аккаунта! Выйди с аккаунта, блядь! Тик-так что-то радуется, суетится, выбил тэч-кулечки, дорогой ты мой! А он-то, ребята, еще не знает, что эти тэч-кулечки могут продать за 0.3. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сейчас я ломану аккаунт ТикТака прямо у него на стриме. Это будет лютейший трешнячок. Прямо эту секунду прожмите за это лайк, потому что вы все очень долго меня просили снять продолжение этой рубрики. Я зайду на его аккаунт, я продам все его дорогие скины. Я куплю кучу разных анкомонок и буду делать все, что я захочу. Поэтому, ребята, если вы стоите, лучше присядьте. Обязательно прожмите лайк за это нереально крутое видео. И самое главное, кто не Пепа Галимая, кто не Пенчего Нючи, прямо сейчас подпишись на канал Кента ПК. Ну что же, поехали! Тик-так что-то радуется, суетится, выбил тэч-кулечки, дорогой ты мой! А он-то, ребята, еще не знает, что эти тэч-кулечки могу продать за 0.3. Ну что же, давайте для начала просто зайду на его аккаунт и сделаю ник Пенч, и мы посмотрим на его реакцию. Ну что же, ребята, прямо сейчас я захожу на аккаунт Тик-така! Вы готовы, дети? Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас, ребята, будет шокантентик. Мой вам совет, если вы стоите, то лучше присядьте, потому что сейчас, ребята, будет, ох, криков-то будет. Ну что же, заходим на аккаунт ТикТака, ждем загрузочку. Первым делом, дай зайти. Так, быстрее. Меня ник Пенч. Дайте. Я хочу поменять ник Пенч. Также хочу поменять аватарку. Блин, ребят, мне очень интересно, какая же у него реакция. Так, также меняем его аватарочку. Блин, хочу поменять аватарку на рака. Меня аватарочку на рака. И плюс выставляю его керамбит голд на продажу. Так, где его керамбит голд? Да ёханый бабай, ТикТак, дай зайти, но не мешай ты мне. Дорогой ты мой. Так, все, ништячок, захожу на аккаунт ТикТака. Так, что же я делаю? Я, ребята, прямо сейчас хочу выставить керамбит голд на рыночек. Выставляю за... О, у него два керамбита голда. Обалдеть, выставляю за 999-999. И выставляю керамбит номер 2 тоже за 999-999. Все. Ништяк, два керамбита голд я выставил. Также, ребята, я применяю вот этот какой-то скорпиончик, чтобы у него было вместо его тычков Хармони. И тычки Хармони я прямо сейчас тоже выставляю на рыночек за 999-999. Ну что же, любимый ТикТак, я думаю, тебе это очень сильно понравится. Ребята, просто прожмите лайк за этот уникальный крутой контент. Я отвечаю, это будет очень весело. И давайте прямо сейчас в этом колесе удачи я еще куплю 20 прокрутов. Все, ребята, я предлагаю выходить и смотреть на его реакцию. Я думаю, это будет очень забавно. Бля! У меня был такой ник или нет? Пенч, подожди, стой. Конечно был! Это прикол? Стой, подожди, стоп, нет! 1, 2, 3, подожди, стой, нет, 1, 2, 3, стой. Чистики, это мои, это я их выбивал. Да, это твои. Главное, на рынок не заходи. Голда пропал, он заметил, пропал голда. Спокойно, вроде, да? Это я оставил себе ник Пенч, ребят. Ну, пожалуйста, скажите честно, что это я поставил вроде и забыл, да? По приколу, может, ставил, не? По приколу ставил себе или нет? Нет. Прикол, что я такой, да? Тише, все, я сейчас все скипнул. Все, ага, продаж, все хорошо. Ух, я уже испугался. Да, история покупок, зайди, история покупок. А почему у меня тогда пропало наше? Смотрите, сейчас будет угар. Почему у меня пропало все? 25 прокрутов колеса удачи. А что у меня 25 прокрутов? Тик-так, потому что я тебя ломаю! Ребят, лайкуйте, кто же вам за это? Это баг? Мне это баг. У меня 25 прокрутов, это прикол или баг? Не переживай, сложненький. Что это? Подожди, это прикол. Стой, сколько у меня голды было? Короче, ребята, я считаю, что ТикТак как-то серьезно к этому не отнесся. Пора заходить второй раз на его аккаунт. И вот тут, ребята, я прямо сейчас наведу еще раз суеты. Я гарантирую, вам понравится. Поехали. Ну что, ребята, мы только что зашли еще раз на аккаунт ТикТака. И посмотрите на его ник. Пенч вонючий. Так, и знаете что? Давайте-ка я прямо сейчас продам парочку его скинул. Так, знаете, что я продам? АВМ-бум. Конечно, продам за одну голду. Ребята, мне не жалко, Надо помогать бедным подписчикам. Прямо сейчас за одну голду продаю. Оп. Два раза продал. Так, что же мы сделаем еще раз? Блин, вот я продал какой-то ножичек, но я хочу это сделать немножко попозже. О, авигенезис. Ой, ребят, не люблю я авики. Особенно на всякие там генезис и всякие там бумы. Я люблю только АВМ Спорт V2. Так, пацаны, и давайте, знаете, что мы прямо сейчас сделаем? Давайте-ка мы
продадим еще его P90 Самурай. Тоже за одну голду, ребят. Сегодня у нас скидки. Ребята, все по-честному, без обмана. У начальника Сулеймана. Тупо, ребята, продаю весь аккаунт ТикТока Пинча. О, мы можем сделать крафт, крафт, крафт. Так, ребята, вот это... ТикТок, ну не мешай. Ну куда ты, самое интересное? Ну ё-моё, ну я крафт делаю. ТикТок, ну имей ты совесть. Совесть ты имей, слышь ты. Ребят, пенч понючий. Совесть ты имей. Так, ребят, хочу сделать по-быстрому крафт. Крафт, крафт, крафт. Просто делаем любой крафт. Ладно, ладно, все. Походу я уже не смогу сделать крафт, потому что ТикТок мне мешает. Все, ребят, я выхожу с своего аккаунта и погнали к нему на стрим. Ха-ха, я отвечаю, это будет очень забавно. Выйди с аккаунта, пой! Выйди с аккаунта. Выйди с аккаунта, пой! ТикТок, ТикТок. Ютуб, все нормально, игра актеров. Ютуб, ты на мне бежась. Все нормалек. Ля, посмотрите, Вар. Посмотри, он даже наушники порвал. ТикТок, все, спокойно, выпей успокоительно, братишка. Немножко кейсички мы прикупили. Ля, кейсов. Я ему купил 16 кейсиков, мне прикиньте. Кейсов не было. И голду, но... он купил эти кейсы, мою голду. Что происходит? Опа! Он слил 4 арканы! Ой! Он слил 4 моих арканы, слил 4 моих арканы. Самое интересное, у ТикТок этих аркан, но я не шучу. Примерно 1000 штук, но тем не менее, как же ему жалко за эти 4 штуки, которые я слил. Пожалуйста, нет, пожалуйста, нет. Стоп, тихо-тихо-тихо-тихо, нет, 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 пожалуйста, нет. А что пишет в чате? Кента, ПК, Кент, пацаны, зачем вы меня палите? Еще раз обращаюсь к моим самым любимым подписчикам в мире. Если я снимаю подобное видео, не надо меня палить, ребята, вы палите контору. Пожалуйста, ребята, не надо так делать. С вас лайк, подписка. ТикТок отправляет сообщение разработчикам. Понял. Дима, срочно меня взламывают на стриме. На стриме взламывают. Зайди на стрим быстро, пожалуйста. Это трындец. ТикТок пишет своему менеджеру. Ну, братик, менеджер тебе не поможет. Блин, ребята, это просто угар. Бедный ТикТок. Знаете, что я вам скажу? Давайте-ка мы еще раз зайдем на аккаунт ТикТока. И знаете что? Давайте напишем это бан. Просто напишем это бан. Чтобы ТикТок подумал, что мы его сейчас забаним. Ну что же, Грибопенч вонючий. Так, заходим. Первым делом у меня ник Грибопенч. Ой, ребята, а сейчас я буду делать то, что я люблю. Вот сейчас будет просто полнейший угар. Вы готовы, ребята? Так, поменяли ник Грибопенч. Я захожу на Анкамонки. Ой, пацаны. Ой, прямо сейчас я куплю не 200, не 300, 700! Бедный ТикТок, мне аж его немножко жалко, 700! Анкамонок! Хотя ладно, как-то это слишком жестко. Он скажет, кентуха, ты мне после такого не друг. 400, 400, ребят, ну чисто, так сказать. Сделаем охоту за наклейками. Надеюсь, ТикТок, тебе повезет. Так, ну что, купили. Также, ребята, давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте-ка мы, ребят, на его аккаунте прямо сейчас сделаем ник. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, кажись, я уже никакой ник не сделаю, все залагало! Так, ребята, я просто выхожу. И залетаю к нему на стрим, посмотрим, посмотрим, чё и как. Неплохо. Братик, ты шо? Дорогой ты мой. Дима, пожалуйста, тебя прошу, если ты смотришь стрим, зайди быстрее. Сейчас пишу Диме. Это мой помощник. Тихо, так вот он. Дима, Дима, это жопа. Дима! Дима, это жопа, нас это полная, нахер. Полная попа. Полная попа. Слава! Дима, помоги! Смотри, меняй пароль. Дима! Дима, меняй пароль. Эх, ребята. Жаль ТикТок, что он умеет сам менять пароль. Ну что же, сейчас он зайдет на аккаунт, будет полный угар. Готов. Хана, если ты мне отдашь, если ты мне аккаунт не отдашь, тебе хана. Я тебе говорю сразу, тебе хана. Тебе хана, я тебе вычислю. Я понял! По IP вычислишь, да? Отдай мне лучше аккаунт. Ой, посмотрите. Что это? Что это? Это Анкамонки, фабм. Осуждаем. О, у ТикТока аж вебка просто вышла из чата. Посмотрите на вебку ТикТока. Просто минус вебка у ТикТока. ТикТок, давай чини вебку. Давай веди себя спокойно. Как раз сделаешь крафтики. Снимешь видео. Поднялся с Анкамонки до Арканы. Как раз я уже 400 скинов купил. Просто посмотрите, ребята, весь инвентарь в этих Анкамонках. И самое интересное, у него нет ни одной наклейки. Эх, ТикТок. Походу, твоя охота за наклейками не получилась. Убери нахрен 400 штук, пап. Просто я уверен, сейчас все в чате будут писать ахаха. Ахаха, пишет Кент, пока Кент хватит. Ребята, кто меня палит, он Грибопепа. Не надо мне палить таких видео, потому что, пацаны, пожалуйста, не надо. Не, дорогой ты мой. Наоборот, пожалуйста, надо. Надо. Прямо сейчас я зайду на его аккаунт и дам ему задание выбить ножичек или любую аркану. Если он их не выбьет, то я ему напишу, что я удалю его аккаунт. Прямо сейчас вот реально напишу ему, выбей аркану или бан. Ха, все, пацаны, погнали.
Погнали, заходим на аккаунт. Заходим, ребят, на аккаунт ТикТок. И сейчас будет шикантин. Это я уже в четвертый раз его взламываю на стриме. О, как же это круто, ребят. Поехали. Пожалуйста, не надо, напишу. Выбей с 10 фейбл аркану или бан. Да дай мне написать, выбей с 10 фейбл аркану или бан. И прямо сейчас мы, ребята, покупаем 10... Фейбл уже куплен, ё-моё. Давай, так скажем, чтобы ты так не расслаблялся, пацаны. Сейчас мы парочку его, говорится, скинчиком-то продадим. Блин, ребята, как много скинул. Я не могу просто листать, понимаете? Я не могу даже листать. Так, я хочу зайти на какие-то арканы, желательно дорогие. УАВМ Спорт! Я прямо сейчас продам эту аркану просто за одну голду. Она стоит целый косарь. Я за одну голду. Все. Выходим. И погнали, ребята, прямо сейчас смотреть на реакцию ТикТака. Дорогой ты мой! Рибопенч! Это за то, что ты меня обзывал грибопепой вонючий. Ребята, кстати, многие спросят, откуда у меня логин и пароль. Ребята, ответ крайне прост. Логин и пароль у меня, потому что мы с ним снимали буквально месяц назад видео. Я снимал на его аккаунте, поэтому у меня остался логин и пароль. А ТикТак пароль-то не поменял. А! Ну что, пацаны, смотрим реакцию. Погнали. Так. Пожалуйста. Я прошу тебя. Я вышел с аккаунта. Выйди с аккаунта. Я написал. Выйди, пожалуйста. Прекрати, пожалуйста. Он же должен прекратить. Конечно. Он не будет меня взламывать, я думаю. Не-не, ТикТок, я не такую. Сейчас просто мы все вместе с чатиком немножко посмеемся и прекратим. Ребят, я говорю сразу, ТикТок мой друг, поэтому не надо писать, что я подлый Кришенштейн. Ребят, все нормально. Все нормально, кентуха нормальный побежончик. Так, смотрите, выбей с 10 фейбл аркан или бан. Выбей с 10 фейбл аркан или бан. Нет. Блин, почему так нет, смешно? Нет, ты прикалываешься? Ну вообще да, я прикалываюсь. Выбей с 10 фейбл аркан или бан. Он тупо издевается. Не, я прикалываюсь, он я тупо, не издеваюсь. Он тупо хочет я просто прикалываюсь. На зрелище. Давай. Выбей из 10 фейбл аркану или бан. Правильно. Это желаю тебе удачи. Потому что это если аркана не будет, я продолжу дальше заходить на твой аккаунт. Верю в это. Поклянись, что ты не будешь трогать мой аккаунт, если я сейчас выбью аркану из 10 кейсов. Не-не-не-не-не-не-не. Я, говорится, ничего никому обещать не буду. Ребят, самое главное это шоу. Блин, как же приятно. ТикТок даже не догадывается, что это я. Давайте, делай буст. Мой тесет сделай буст на все арканы в мире. И ТикТок упадает. А прикинь, еще аркан выпадет. Это будет ор. Ой, рарка. Бедный ТикТок, как он расстроен. 9 штук осталось. 9 штук. Блин, почему, если честно, мне уже немножко жаль ТикТока, потому что я смотрю на выражение лица, он как будто сейчас заплачет. Братик, не плачь, все нормально. Братик, не надо плакать, рыться. Все будет хорошо. Поехали. По аркану бана не будет, он сказал. 9 штук, это трендец, мужики. 9 штук. Я прошу вас, прожмите лайк, подпишитесь на мой канал. Да или это будет просто трендец. Если с 9 штук мы сейчас выбиваем аркану, он отпустит нас нахрен. Прошу тебя. Дай нам аркану, пожалуйста, дай нам аркану. Даю! С 9 штучек, пожалуйста, должна выпасть аркана. Пожалуйста, я прошу. Самое интересное, ребята, то, что он не проверил историю продаж. Я там продал очень много скинов. Посмотрите. Это раздрабы. 2 раза кубер подряд. 2 раза кубер подряд. Он говорит, что это раздрапы, мы сделали подкрутку на рарке. Не выбиваем с 8 штук, это габелла. Полная габелла. Если мы с 8 штук не выбиваем, это полный трындец. Не, это пожалуйста. Не так, это полный трындец. По-человечески, дайте мне 8 штук. В рот дайте. Я прошу, 8 штук аркана. Пожалуйста, аркана, с 8 штучек, пожалуйста. Конечно, ща будет аркан. Прошу, с 8 штук аркану, пожалуйста. Все пишут, привет, Ютуб, привет, я в Ютубе. Да, ребята, вы все в Ютубе, всем здорово. Я опять рарка. Одни рарки падают. Осталось 6 штук. Если мы за 6 штук аркан не убиваем, это габелла. Это полная габелла. Если за 6 штук аркан не верю. Убиваем, это полная габелла. Я трендец, в тебя верю. Мужики. Давайте первый попробуем открыть. 6 штук. Поехали. Фух. Арканы пролетели. Ой, как хорошо, много аркан пролетело. Церберус это габелла. Это полный габелье. Ну что ж, ребята, встретимся через 5 минут. Я уверен, ТикТаку ни одна аркана не выпадет. И мы будем дальше прикалываться над его аккаунтом. Чего? ТикТок выпал аркана, прикиньте. Ну что же, ребята, я думаю, с ТикТака хватит. И я ему пошел говорить то, что это все было. This is prank. Ну а вы, мои уже подписчики, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайкусик. Подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Также, если хотите на халяву получить M9 Bayonet Frozen бесплатно, то прямо в эту секунду подпишись на мой YouTube канал. И самое главное, по ссылке в описании, подпишись на мою телегу. Это очень важно. Если ты на нее подпишешься, можно на халяву получить вот этот M9 Bayonet. Ну что же, ребятки, с вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока! Жду всех в телеге.